И здравствуйте, это канал Максимадзе и Андрей 2018. Седьмой выпуск. Да, и короче... Седьмой выпуск по нашему летсплею. По модному летсплею в Майнкрафте. И Андрей по традиции мочит циклопов у нас. Ну а я продолжу, пожалуй, строить свой дом. Блин, золото не выпало. Надо бы поспать. Да, пожалуй, надо поспать и завтра продолжить строительство. Чё ты делаешь? Просто. Давай. Надеюсь, что это будет последний раз, когда мы спим вдвоем на одной кровати. Потому что... Я потом себе дом буду строить где-нибудь здесь. А, ну вот, отлично. А я сейчас так, продолжу. Стоп. Мне же с камнем надо разобраться было, точно. Еще пару стаков пригодится мне. Я, кстати, только что еще до записи убрал этот кусок ели, и его надо пересадить в другое место. Боже, да что так еда-то быстро тратится у меня? Не успеваю есть. А также срубить вот это, вот эту ель, которую я тут посадил, она выросла. Все, потрясающе. Выпало ее много. И садим ее еще раз. Я что-то не уверен, что темный дуб тут вырастет, если честно. Что-то мне кажется, для него маловато места здесь. Ну вообще-то нормально. Мне пожрать надо. Садить 4, не забывай. Позавтракать надо. 4 ростка садить вместе. Это кто? А, это елка, ё-моё. А зачем ты снял ее? Я думаю, ее срубил и снова посадил же. Ну, кстати, почему-то акация, которая здесь растет, она почему-то... У нее листья вялые какие-то. Климат, что ли, такой здесь? Просто такой. Так, надо... Это кто? Вот, темный дуб, смотри. Блин, костной муки у нас нету, надо костной муки намутить. Скелетов убивать надо для этого. Давай в камень ножницы бумагу, кто идет за скелетами. Правильно, идешь ты. А зачем ты этот столб из акации строил? Там осталось листва в воздухе, я убрал ее. Это что за фигня такая вот эта вот? Что это за дерево? Ничего себе, я что-то раньше не видел такого. Дерево, может это какое-нибудь сгоревшее дерево было? Не знаю, убирать бы его по-хорошему надо. А это разные доски, блин. Доски. Древесина, блин, а не доски. Древесина, да, извиняюсь. Так, теперь, сегодня будем строить второй этаж. Я, походу, весь темный дуб у нас здесь в округе сейчас вырублю. Потом надо будет его посадить, еще правда. Я буду дом из темного дуба строить себе. Хотя мне еще надо будет камня очень много. Так, по-моему, а как же? Тык. Ай, блин, стоп! Ну сюда, на место, на базу. Мне? Так, нет, этот, я имею в виду. У меня из инвентаря просто дерево сняло. Надо подумать, блин, как же крафтить этот карьер, я не помню. Как-то вот меню открывается боковое, и там написаны предметы и рецепт крафта. Я не помню, как это открывается. Рецепт крафта, по-моему, это... Все нашел, по-моему. Нет, не то. По-моему, у нас нет мода такого.
Это что за... Это всё, что недоступно или что это такое? Так, что-то, по-моему, миним я построил немного не так, как было. Сейчас надо искать карьер. В том доме у меня. Как его делать? Как же его, блин, делать? Я не помню. Короче, золота, в общем, нам очень много надо будет потом. У нас его всего лишь очень мало. Так, еловый саженец. По-моему, лестница у меня туда шла. Сейчас попробуем перепланировку сделать. Так, ну-ка убираем эти ступеньки и сделаем их по-новому. А то, по-моему, как-то, как-то оно не так идет, по-моему, немного. Нахрена нам столько семян, правда, еще интересно. Блин, не так поставилось. Так, рамки. Это нам надо кожу получить и палки. Кожу. Так, коровы. Где-то коровы должны быть. Вот так лучше будет, наверное. Да, лучше здесь будет проход на второй этаж. Можно, в принципе, также немного расширить. Можно здесь и двойную лестницу сделать. Тем более тут... А ты вспомни, как у тебя там было, и строй примерно так. Ну вот я пытаюсь вспоминать, да. Я просто в прошлом выпуске построил лестницу на второй этаж в одном месте, а оказывается, что-то как-то оно немного не так, как было. Я просто вспомнил, как, что у меня на втором этаже было, поэтому... Так, семена теперь. Досаживаем всю лужайку до конца. Блин, жаль, вот эти доски только будут немного не те. Ну ладно, это как-нибудь потом решим. Пока что будем дальше строить этот второй этаж. Все вроде, да? Блин, вот здесь дырка, как бы не упасть в эту дырку. Да где у нас это окно было? Так, мне надо найти где-то срочно коров. Блин, нет. Немного промахнулся, не туда поставил доску. А у меня маркеры не сохраняются, прикинь. Да как такое может быть? У меня все сохраняется. Что за фигня вообще? Странно, у меня все сохраняется. Не сохраняется, ни шиша. Тем более у нас моды-то одинаковые, как бы с тобой. Это очень странно. Значит, будешь ты отвечать за метки, раз у меня не получается. Я знаю, почему не сохраняются твои метки. Я понял. Почему? Потому что мир-то этот создан мной. И этот мир находится как бы у меня на компьютере. А ты когда подключаешься в мой мир, у тебя все данные как бы... Они... По-новому загружаются. Но правда, предметы твои остаются у тебя в инвентаре. Обидно. Видимо, на инвентарь это рассчитано, а вот на мод с мини-карты нет. Так что... Жалко. Да, действительно, не очень это приятно. Грусть доска. Так. Ох, здесь темный дубов полным-полно. Так, ну мне нужны коровы, кстати говоря. Я помню, когда я мечтал это поселиться в каком-нибудь таком местечке, где вокруг дубы одни сплошные и дом спрятан где-нибудь в лесу хотел. Типа домик в лесу, что ли? Да, маленький такой небольшой, но очень полезный. Как отшельник жить будешь. Когда-то хотел такое. Сейчас я хочу себе огромный особняк сделать. Мне только нужен дуб. Вот, много, собственно, дуба. Блин, я упал. Вот овец нашел, а вот коров нету ни одной. Надо еще ступеньки сделать. Так, примерно дом я знаю где. Опять еще овцы. Раз, два. Два овца. Три овца.
Вот это убрать надо. 4 овца. Зачем есть только шерсть из баранины, я не знаю. Опа-на! Лошади, Макс! Чё? Как лошадь приручать, не помнишь? Чем лошади кормить? Ну, яблоками, по-моему. Опа, я ее накормил. Макс, срочно ко мне с броней едь, быстрее. А, седло надо же еще. А где броня находится? Она в сундуке, по-моему, в каком-то. Так. Вот она лошадь. А что она за мной не идет? А вот это пойдет за мной? Так, нет, не в этом. Так, вот алмазная конская броня. Срочно ко мне ТП, сиди, из этот еще надо. ТП, нет, Андрею, Пи, правильно, надеюсь, вел, да. Да, скинь мне броню, пожалуйста. Так, теперь ого. Берем. Неужто кирпичи что? Снова? Срочно собираем кирпичи. Не хочет приручаться. А, седло же надо, блин, не седло надо, а мне кожу для этого надо. А седло вот, к сожалению, нельзя скрафтить, его надо где-то искать. Извини, чувак, мы тебя грабим. Да ты хватит мычать там, блин, а. Мычит, блин, что-то. Подумаешь, хату его разбирают. Нам нужнее. Продавец существ, чем он мне может помочь? Что-то камень этот светящийся нифига не светил, по-моему. Ну, по-моему, баг может какой-нибудь не работает, Home. Поэтому... Тэпни меня тоже домой, а, по-братски. Ну, ты сам напиши ТП, мой Ксимадзе. Сейчас, подожди, я шторку прикрою. Когда в монитор засвечивает, тебе это грустно. Как же седло-то, блин, скрафтить-то? У меня кожи надо, а у меня кожи нету. Кстати, я еще ни одного крипера за все время игры не встретил. Так, спать. Ты не встретил? А я много криперов взорвал и убил уже. Мощно. Блин, вот... О, 3 кожи есть. Давай спать ложись уже. Угу. Отлично. Но, впрочем, я спать тут, конечно, не буду все время. Я спальню сделаю на втором этаже, как было и тогда. Надо что-то с этими досками потом делать. Седло. Сейчас посмотрим рецепт крафта. Как же его... А, кстати, а можно... А, так, на свинью. Так, получение, рыбалка, торговля, дроп, использование. Крафт. История. Так, крафт седла. 1, 12, 2. Что-то я просто не помню, как оно крафтится. Кого? Седло. Я же тебе сказал, его нельзя скрафтить. А, нельзя? Его можно только где-то найти. В песчаных храмах, например, можно найти. Как пустыня по-английски будет? Пустыня, desert. Desert. Я знаю, как Blizzard пишется. А, нету. Кого нету? Такого. Окей. Блин, я капс нажал.
Да что ж такое, я опять упал. Правь меня. А чё здесь нету досок? А, это я потому что тут разламывал. А, кстати, утро же, а я не позавтракал, вот. Поздравь меня, я нашел пустынный храм. Ну, правда, не сильно легальным способом, но все-таки. Так, так, телепортируюсь к тебе. Не тэпайся, блин. Ладно. Слушай, забери все из сундуков. Вот прям абсолютно все. Мы найдем это. Седло, я нашел седло. Забирай все из сундуков. Так, ты что сделал? Я еще не, я ничего не дособирал. Собираю вот так. А у меня я хотел в сундуки лишний из инвентаря положить. Но теперь уже некуда, так. Я не могу собрать. Так, ну ты сходи тогда до дома, тэпнись, разгрузись сейчас. Нет, мне надо, подобрать сундук. Абсолютно все, подбери. Сундук поставь один в угол куда-нибудь. Вот, наконец-то. Поставь сундук куда-нибудь. Так, и еще вот это сделать надо. Сложи абсолютно все и это... Блин, седло. Так, что бы, бы лишнее? Земля лишняя. Песок лишний. Порох не, мне не нужен. Это не нужно, это тем более не нужно. Так, ну вот мне бы как-то это все забрать бы с собой бы, честно. Так, ладно, вот это мне не надо. Каменную кирку я выброшу сюда. Порох заберу. Кость заберу. Пока забираю, я буду выбираться отсюда. Изумруд забери. Блин. Изумруд забери. Дурашка. Сам такой, блин. Каменные кирки выброшу. О, земля. А, нет, получит вас. Все? Все же забрал, да? Можно... Лопату, блин, за тебя придется сейчас использовать. Да а зачем ладно, использовать? Песок... Ты просто телепортируешься ко мне и все. Так, вот порох, вот порох вместо чего можно было бы взять? Ой-ой. Чё, ой-ой? Червь. Кто? От... Ай, блин, больно. Что, ай, блин, он стреляет в меня. Кто? Лучник? Нет, кактус. Блин, он меня убьет сейчас, я лучше драпаю отсюда. Жизнь дороже для меня. Кстати, насчет кактусов, нужны кактусы. Надо бы кактусов побольше пособирать так-то нам, чтобы если что. Так, и песка надо побольше еще насобирать. Вот что еще мне надо. У меня его 4, а зачем песка? А так я же говорю, у нас же сезонный мод стоит, и нам надо будет теплицу делать скоро. Из стекла. Я не помню, как... Да. И там используется краситель в качестве кактуса. Зеленый краситель, если что. Ай. И поэтому надо еще и кактус размножить, было бы по-хорошему. Кстати, я же потерял свое место, где я кактус размножал. Все. Мы без кактуса. Поздравь меня. Накопай песочку, ладно, с кактусом, да. Пожалуйста. Много ли надо кактусов? Много. Чем больше, тем лучше. Какой ужас. Блин, и места вообще в инвентаре не сильно много у меня. Так, ладно. А еда кончил? А нет, еда не кончилась у нас. Так, надо, кстати, этот песчаник выбросить.
А песка надо накопать побольше бы. Ух, блин. Слышно. Надо выбросить что-то. Вот это выброшу. Может тебе больше, может быть тебе будет нужнее. Что нужнее? Да вот я кусок сена выбросил там. А у меня есть сено это, надо оно мне. Кстати, слушай, та башня нефти у тебя сохранена, нет? Нет, я там метку не ставил. Поставишь потом метку, если что. Если это... Ой, блин! Опять кактус. От этих кактусов монстров лучше держаться подальше. Так, все, песок есть, все, можно домой тепаться. Ты просил кактусов набрать. Да, еще кактусы нам нужны, не забывай блин. Про них. Ай, блин. О, еще смотри, нефть, вон. Башня нефти, да. Вот, кстати, ее сохрани, точку. Так, вот это, по-моему, просто кактус. Да, это, по-моему, просто кактус. Я пока пойду кактусы собирать. Опа! Меч сломался железный. Или каменный был, уже не помню. Реалмитовый меч остался у меня только. Так, опа, на. Это что там, деревня какая-то? Слушай. Ты деревня? Ты нашел деревню? А, это деревья просто. А! Ясно, я уже думал, неужели ты деревню нашел? Я тоже так думал, не поверишь. Так, сколько у тебя кактуса? 10 всего. 48 у меня всего лишь. А сколько надо? 50. Ну, я думаю, около стака нам бы хватило. О, блин. Ну, а что, мы его вырастим потом у нас. Потом надо будет только зеленый краситель улучшать. Пачками. Зеленый краситель делается из кактуса. Ай. Так. Ух ты ж, ё, опять монстр! Так, это тоже... А, это не монстр. Ох, сколько овец-то здесь, а. Если шерсти надо будет, я тебе могу шерсти скинуть потом. Так, это не монстр, окей. 30 кактусов у меня уже. Это уже хорошо. Так, надо домой будет скоро тэпаться. Я, пожалуй, прямо сейчас это сделаю. Так, хоум. Так, все, тогда я тоже втекаю домой. Кактус в сундук положил я. Какой из них? Первый железный, по-моему. Все прекрасно. А, у нас два стака кактуса есть. Ну вот, какая радость это большая, да? Это потрясающе, у нас есть кактусы. Так, у нас есть книги на зачарование, если что, немножко. Две штуки, нашел Коксани на прочность 3. Так. Есть седло, но меня теперь осталось лошадь найти. Так, спим, потому что ночь. Спим. Да. Так. Так, продолжаем строить второй этаж. Ого, нифига, у тебя уже какой дом. А, ты только сейчас видел, что ли? Я не видел, что ты второй этаж просто пристроил уже. Ну как, строится еще, не построил. Так, а как поводок скрафтить, не знаешь? А, из ниток, по-моему. Кого скрафтить? Поводок. А. Чтоб... Не помню, как повязать. Не помню, как поводок крафтится. Мне нужны еще палки, кстати. Блин, одна палка, серьезно? Кошмар, блин.
Палки это одно из самых легких вообще, что можно сделать. Блин, как же этот поводок-то крафтится, я не помню. Три нитки в ряд, или вот так они вообще. Как же ты, зараза, крафтишься-то? Я максимально уже разные комбинации попробовал. Так. Да, здесь возможно, блин, здесь возможно еще будет так окно, одно окно. Впрочем, посмотрим. Ладно. Да, здесь скорее всего тоже будет окно. Я пошел искать лошадей там, которые были. Надеюсь, где-нибудь там все-таки опять лошади появятся. Надеюсь, они не пропали. Опять овцы, чтоб тебя. Так, тут шахта. Тут лес. Так, гриб. Где-то вот на этой вот примерно местности я видел лошадку. Да, где-то здесь примерно и находили лошадку. О, золото бегающее. О, Джек Омен, прикольно. Джек Омен, серьезно? Да, я нашел Джека. О, прикольно, я даже что-то забыл, что он существует в нашем мире. Золотишко. Надо здесь изменить структуру окон. Блин, да где же оно есть-то? Это место. Опять овцы. Что-то со спавном мне очень сильно не везет. Одни овцы. Один овец нахожу. Еще короче, три структура овцы. Окон, наверное, изменится у нас тут. О, свинка. Еще свинка нашлась. Ой, а, ну да, правильно. Она? Нет, не она. Овца. Так, вот озеро воды. Нет, нет, не здесь. Вот здесь. И где-то я, по-моему, здесь находил тогда лошадей. Блин, я возле реки случайно оказался. О, я тыкву нашел. Блин, я опять овец целую гору. Пока песочные часы я не нашел. Блин, ну где лошадки? Пять хп ему снес сразу за раз. Как бы тут структуру бы правильно сделать? Еще золото ему снес. Еще, еще одно золото домой. Да где же лошади? Опять овцы. Че с... со спавном у нас, ребятки? Макс, нам не везет, у нас одни эти спавнятся. Кто? Овцы вокруг. Да одни овцы, блин. Я ж лошадей где-то здесь еще находил пару штук. Так, акация закончилась.
5 овцы, блин. Так, ну я, по-моему, в сторону дома здесь поворачивал уже. Здесь изменим чуть-чуть. На 5 дни овцы, блин. Так, а еще надо эту срубить. Так, я где-то по болотам лазю теперь. Ну, я уже всю округу реально обползал, нет лошадей. Стеклянные панели еще надо. Опа. Так, он идет, нет, сюда. Идет. Только в дом не загоняй его. Так он не зайдет сюда в дом. А хотя да, точно, он не пролезет. Маловато еще нужно. Ты все стекло только, не, пожалуйста, не забирай, ладно? Да еще 43 стекла будет. Вот две стеклянные панели, вот, смотри, вот. Вот, я сейчас тебе скину, вот они есть. На. Две всего, а мне больше надо. Было. Бы, да? Так, вот это все сюда. Тыковку сюда, это сюда. Динамит тоже сюда. Блин, вот грустно, что я не могу лошадку все найти. Нет, лучше все-таки вот здесь застроить, чтобы места больше было. Так, ладно, начнем с того, что мне надо будет много-много камня. Для этого мне надо много булыжника переплавить сейчас будет. У тебя булыжника нет случайно? Не, нет. Ой, как сюда? Темный дуб. Темный дуб. Темный дуб, темный дуб. Я не могу вспомнить, как крафтится этот поводок. Сложно. Нужно много палок, насколько я помню. Еще надо будет гайды, значит, смотреть в интернете. Много гайдов надо будет смотреть в интернете. Так, по-моему, вот так вот, да? О! Так, короче, здесь спаленка будет. Я все-таки верно начал красить. Так, я не знаю, сколько нам еще шестеренок надо будет. Все, пусть будет 11 штук. Пока что. Здесь что-то другое. Нам надо золота много, кстати. Железом. Так, я не помню. Так. Надо вот так. Сколько? Я не помню. Может так? Или так вообще? Так, и в середине сделаем вот этот проход. Блин, а я не помню, как их крафтить дальше.
Железные-то крафтятся, я не помню просто. Как железные крафтят? Кто-нибудь напомните мне, как железные крафтятся? Железные что? Эти. Как они, блин? Шестерни, я не помню. Вот деревянные могу скрафтить. Эти не помню как. Блин, не помню. Надо вспоминать как. Насчет как-то улучшенный этот делается верстак. Кстати, пошли спать. Я вот что сделаю сейчас. Так, а ты говоришь, зеленый из кактуса делается зеленый краситель, да? Да, его в печке надо будет пережаривать, Макс. Так, можно мне... Нет, нельзя, мне камень нужен пока. Ты подожди потом. Я хочу парочку красителей взять. Ну, блин, ну попозже чуть-чуть. Ладно, давай у меня сейчас булыжник дожарится. Спать пока давай. Так, а у нас булыжника нету? Еще жаль, нету. А вот мне нужен булыжник, кстати говоря, в большом количестве. Ладно, пока там одну кровать поставлю. Спальню я уже сделал. Я хотел просто зеленую кровать там сделать. Так, ладно. Давайте продолжим все в следующей серии. Благодарю всех за просмотр, с вас такой подписался, с нас эпичный видос, подписывайтесь на стримерский канал, блоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.